Вторая пара бойцов, Насыров, Султонов. И это матчевое противостояние Нижний Новгород против Казани! Ну вот и все, красиво вышел в тапочках, в пляжных, как позагорать. Все, я понял, культурно отдохнуть. Извини, я их подальше немножечко туда. Руки. Так, бандаж есть, капли. А настрой на победу есть? Конечно, настрой боевой. Капу ты достал, да? Да, расскажи о себе немного. Ты кого представляешь в этом противостоянии? Казань или Нижний Новгород? Казань представляем, обязательно Казань. Мы все за Казань. Зрители, бойцы, все за Казань или Нижний Новгород здесь? Казань! Очень сложно будет Нижнему в этот раз. Кто ты по профессии? Сам кинолог, занимаюсь дрессировкой собак. Вот, занимаемся уже порядком 5 лет дрессировкой собак. Вот, помимо этого, вот в качестве хобби занимаюсь немножко боксом. Вот, спасибо хочу передать всем тем, кто меня поддерживает. Братан! Всем главное без травм. Остальное скажем после боя. Ты первый раз на турнире выступаешь? Нет, второй уже. Первый бой как закончился? Победой. Отлично, я желаю тебе красивого боя и увеличения своего рекорда. А мы идем к представителю Нижнего Новгорода. Приехала целая команда, и давайте послушаем их. Всем приветствую. Я из Нижнего Новгорода. Зовут Захар. Кличка Азиат. Азиат против укротителя псов у нас будет. Давайте дадим слово тренеру. Он привез большую команду. Как ему это удалось? Тренер не я, тренер у нас здесь. Тренер Андрей. Да-да, тренерскому составу, так скажем. Ну, мы, на самом деле, Нижний, Казань, спасибо. Да, мы рады, что вы нас позвали. Мы рады здесь сегодня быть. Ну, и на самом деле, мы слышали, как вы поприветствовали своего бойца. А теперь послушайте, как мы приветствуем своих. Нижний! Давай! Вы уверены в победе? Это будет отличное противостояние, и пусть все рассудит Слава и Песок. Слава и Песок? Что ты мне за фамилию придумал? Парни на середину. Итак, правила есть, их помним, мы их не нарушаем. Слушай меня внимательно, уважаем друг друга, деремся честно, окей? Руки пожали и по углам. Итак, дамы и господа, вашему вниманию вторая пара. Готов? Готов? Бой, поехали! Следующая пара готовится. Ярулин, Захарян. Нога, нога, нога! Вот так. Полегче, полегче руками. Ногу хватает, судья заряжает. Давай, давай, ногой! Срезай дистанцию. Слушай, давай, давай! Опа! И какое попадание! Зафар, болтай! А я напоминаю, что бои стрелки и многое другое вы можете увидеть в эфирах Extreme Sports. Все, 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 давай! Колено, колено! Туда еще! Бей, бей, бей! Зафар, правой стрелки! Ай, хорошо! Дыши! Зафар, дыши! Не надо! Не закладывай, не закладывай! Все, роняй! Все, спокойно, все, переходи сверху. Покидание ринга на середину, в стойку. Зафар, правой не закладывай. Давай, Зафар! Промыть, Песок. Промыть надо? Нет. Сейчас в углу. Промыть. Давай, давай. Капу промыли. Давайте быстрее. Глаза есть, Зафар, нет? Перчатки. Давай, давай. Резче бей, не пытайся вложиться так сильно. Ты что проваливаешься? Зафар! Давайте быстрее, внимательно. Смотри, Зафар! Зафар, смотри, бьет левой ногой, бери ее, хватай. Парни, внимательно! Хватай и бей. Готовы? Ой! Нижний! Новгород! Нижний! Новгород! Нижний! Новгород! Нижний! Новгород! Зафар, дай два прямых на скачке! Дай два прямых! Два прямых! Туда еще, всади ему! Зрители, поддержи бойца! Сейчас подыму! Силы не брать! Руку снимай! Руку! Руку снимай, он не задушит! Руку снимай! Снимай руку! Снимай руку! Он не задушит! Стоп! На середину, стойка! Зафар, Зафар, дай два прямых, не бей боковые, два прямых дай. Внимательно. Продолжаем, готов? Он никогда не задушит так. Ой! Дай два прямых на скачке прям, да! Руки подними.
Нет, на скачке к нему ближе. Вот сейчас. Вот, давай, еще. Ну, поджимай, сейчас сам. Поджал, поджал. Нет. Хорошо. Садись, садись. Забивай. Стоп, стоп, стоп. На середину, стойка. Зафар, ты лучший, блядь, делай. Красавчик, контролируйте территорию ринга. Не пытайся по кому попасть. Дай два прямых. Ближе к нему на ногу сразу. Смотри, держи ногу. Ногу! Туда, сразу! Сразу! Сразу можно доработать. Колено, сзади! Еще! Еще! Колено, колено! Выводи его! Нет, не надо! Ногу ставь! Обойди! Садись сверху! Садись правую ногу! Заноси дальше! Все, сейчас прав получишь! Все, бей, 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 бей! Корпус бей! Жестче! Жестче в корпус бей! Активней! Колено сверху, Запад! Колено! Стойка! Он держит, держит! Хорошо ты! Молодец! Красавчик! Молодец, давай! Как слышишь? Хорошо! Все, успокоился! Легче! Легче болтает уже! Легче давай! Все, Запар, он твой! Он твой! Уже бросай! К нему сразу на ногу! Он уже не кидает ногу! Бей! Еще раз готовится пара, Ярулин, Захарин! Садись сверху, садись, садись! Нужно не лежать, нужно работать! Уходи ближе к голове! Уходи ближе к голове! Еще! Отдавливай коленом сильнее от него! Через мост мне, коннект, вставай! Через мост! Активней! Уходи к голове, Запар! Уходи к голове! Уходи к голове! Правую руку доставай! Правую ручку доставай и бей! Стоп! Стойка! Зафат, не борись. Что за бой мы с вами видим, дорогие друзья, аплодисменты, давайте поддержим бойцов. Продолжаем. Продолжаем. Ой, Зафат, ты на руках просто делаешь. Ближе, только ближе, перекрасим. Ближе, еще, еще. Куда же? Нет. Все хорошо, заходи ближе. Залазь на него, садись, садись. Нет, зачем? Выкручивайся. Крутись, крутись, крутись. Еще, еще, еще. Во! Окой! Стой! Крутись! Ножки закрывай, закрывай ножки. Стоп, стоп! Стойка! Зафар, не борись. Если борешься, сразу сверху садись. Надо промыть глаза. Да, промыть глаза. Промыть глаза. Да, промыть ему, а. Да, друзья, это круто, по-моему. Даже находясь на расстоянии от бойцов внутри ринга, я чувствую, как свистят их кулаки. На руках полностью перебиваешь. Не лезь. Чуть поближе начни, ты издалека начинаешь. Перекройся, перекройся. Слышишь? Перекройся и начни ближе. Да? Удивительно, в каком темпе проходит этот бой. Надеемся, что он продолжится в таком же ключе и дальше. Можно... Банку. Стой. Давай, сейчас я туда брюкну и... И глаз сунул. Поближе. Первый удар сейчас начнёт. Все? Нормально? Продолжаешь? Парни, готовы? Ой! Чуть ближе, ближе! Не спеши, не спеши! Чуть ближе! Ближе руками! Ближе руками! Можно дорабатывать, забивать, залазить. Активней. Рукой левой, укрись. Левой рукой. Стоп! И вот так. Стойка! Только силы тратит. Зафар, борешься? Молодец! Не борись. На руках полностью. Ты уже через три его проверяешь. Друзья, кто желает показать себя, подходите есть еще кто-то и подраться. Перчатки особенно. Ты попал? Парни, на середину. Он попал. Аккуратно. Работаешь? Парни на середину. Я вижу перед собой двух классных воинов и классный поединок. Вы не щадите себя и не свое здоровье. У вас есть еще один последний шанс. Рубитесь и добивайтесь победы. Руки пожали. Разошлись. Внимательно. Правую ручку подними, левый боковой сразу. Вот сейчас. Ближний. 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 Переводи сейчас!
Хоп, на него! Садись! Души, 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 души! Ногами обхватывай, обхватывай ногами, обхватывай! Ножка есть! Доставай ногу! Схвати ногу, возьми! Так, растягивай шею, сильнее! Сильнее тяни, правую ручку! Тяни, 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 тяни! Тяни, тяжело ему, тяни! Тяни, тяжело! Тяни, тяни! Пальцами аккуратно в глаза лезет, аккуратно! Еще, еще, тяжело! Растягивай! Ногу возьми, еще тазом давай! Ногу возьми, вкати свою ногу! Тяни, 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 тяни! Стойка! Прежде чем Слава объявит твое решение, я спрошу зрителей, а вы согласны на ничью? Нет! Зрители, а вы согласны на ничью? Продолжаешь? Парни не согласны и готовы биться сразу дальше. Парни, внимательно. Бой! Ноги пойдем. Куда? Бей! Джеб! Джеб чаще! Джеб! Ноги! Хорошо! Вот сейчас переводи! Только на взрыве переводи! Роняй! Сверху залазь! Залазь на фар! Заходи дальше! Заходи! Не стой! Заходи дальше! Голове! Передвигайся! Передвигайся! Сзади! Да! Вот так! Переходи! Стоп, стоп, стоп! Хорошо! Давай, давай! Давай! Закрывай! Резко руку! Резко! Держи! Врачи выходят в ринг, к сожалению, это спорт, это бои, друзья, бывает всякое. Пушка! Адель, ты красавчик! Давайте, друзья, бурными аплодисментами проводим бойца! Да, парни, это было серьезное противостояние! Дамы и господа, вы видели все? И мне, честно говоря, даже жалко объявлять победителя, потому что парни были оба достойны друг друга. Они крутые воины, крутые бойцы. Ну вот она, победа! И аплодисменты! Нет слов, 10 минут в таком темпе, в таком ударном темпе. Расскажи, как это было от первого лица. Ну, всем спасибо за поддержку. Спасибо, хочу сказать отдельно организаторам. За организацию такого боя. Столько энергии выплеснул, столько всего. И позитивного получил, вот несмотря на все, что здесь произошло, все-таки на душе спокойствие, что я победил. Как бы к этому мы стремились, немножко тренировались. Отдельное спасибо хочу сказать всему тренерскому составу. Владимир Зыков, Анатолий, всем спасибо. Если бы не они, я бы до этого уровня не дошел. Ну и всем остальным молодежи особенно хочу пожелать. Ребят, блин, стремитесь к спорту, занимайтесь спортом. Все эти гаджеты, все это алкоголь, это не ваша тема. Вот здесь реальный адреналин, реальные эмоции. Блин, вот после всего этого насладился и хочу сказать, что я хочу появиться здесь еще неоднократно. Я, блин, доволен выступлением и эмоциями, которые я получил. Что же могу сказать? До встречи всем. Спасибо. И мы благодарим тебя за то, что ты пришел. На таких людей хочется равняться. Но у меня все равно есть пара вопросов. Как будто ты не изредка занимаешься боксом, честно, на песке. Так подраться на такой дистанции, ты даже толком не устал, как вначале ты долбил. В чем секрет? Секрет поддержки. У тебя огромный тренерский штаб. Друзья, всем такой поддержки. Мы тебя отпускаем, но говорим, возвращайся. Это было очень круто. Спасибо тебе. А как говорится, не так важно, кто стоит перед тобой. Главное, кто стоит за твоей спиной.
Спасибо вам, все, кто болели в этом поединке. К сожалению, парень из Нижнего Новгорода, мне очень жалко, что он травмировался. И сможешь сказать пару слов? В ринг-то ему не обязательно залезать? Нет, не обязательно. Нижний! Я думаю, на самом деле все зрители должны наградить его аплодисментами. Без него этот бой бы не получился. Хочу попросить из Нижнего Новгорода. Что, соперник только уважения, кроме уважения ничего не имею. А у меня была старая травма. Что могу сказать? Но мне кажется, тебе не за что просить прощения. Однозначно, это потому что ты действительно воин, ты сражался, ты дрался и даже с травмой. Спасибо за публику, такой поддержку. Чувствую. Поправляйся. Мы тебе желаем крепкого здоровья. Быстрее восстанавливайся, выздоравливай. И продолжай свой путь воина. Аплодисменты этому парню.